Немота. Ты не мой, я с этим примирилась. Но я не смогу примириться с тем, что ты не мой. Ты запер свою речь внутри себя. Ты жаден до изнеможения на слова, обращенные ко мне. Разожми свои сомкнутые губы, освободи гортань, выпусти эти сжатые в плотные клубки предложения и абзацы, целые поэмы и романы в литературном смысле. Они мои по праву, отдай мне их. Если же ты претендуешь затмить великого немого, тогда танцуй для меня без передышки или снимайся в кино. Ты должен выполнить свой долг по отношению ко мне. Рассказать мне, как выглядит моя спина и затылок. Неужели она так страшна, что ужас сковывает твои уста? У меня на затылке растут ветвистые рога. Или огромные кроличьи уши, покрытые белым пушком, сквозь который просвечивает розовизна кожи и краснота глаз. Я не могу оставить тебя, пока ты не заполнишь мою изнанку и не заштопаешь мою заполненную твоими словами спинку. Может, тебе нравится мои скорлупки принимать за меня и придерживать их возле себя, но это несправедливо по отношению ко мне. Мужчины понимают язык справедливости. Ты из их числа. Я уже не претендую на твою жизнь, внимание, заботу, а только на зашитую спинку и плотное твое речевое нутро под нею. Ты не должен мне закаты, ты не должен мне рассветы, но ты должен мне очень много слов. Впрочем, если тебе говорить много тяжело, во что я не поверю, имея в виду твои литературные труды, то ты можешь сгустить их всего лишь до трех слов. Немота.